Интерпол по ходатайству Украины прекратил инициированный Россией международный розыск главы Меджлиса Рифата Чубарова. Об этом сообщил на заседании Кабмина глава МВД Украины Арсен Аваков. Как стало известно, кроме судебного постановления об аресте Чубарова, о котором ему прислали бумаги из Крыма, 6 ноября госорганы РФ еще и разослали циркуляр в адрес всех стран, членов Интерпола, об объявлении главы Меджлиса в розыск для привлечения к ответственности за якобы публичные призывы к нарушению целостности России. Таким образом, российские псевдоправоохранительные органы квалифицируют заявление Чубарова в интервью украинским СМИ о том, что война в Украине закончится тогда, когда Крым будет возвращен в ее состав. Украинское бюро Интерпола заняло відповідну позицию, что Крым – це Украина, Россия – це оккупационная влада над Крымом, и надала відповідне клопотання до Центрального бюро Интерпола. Международный розшук Рифата Чубарова за заптом российской стороны за инкриминированным злочином припинил, так как он не відповідає вимогам статута организации. Генеральным секретарем Интерполу принято решение про заборону здійснення будь-якої співпраці вказаної справі каналами Інтерпола, а інформація щодо міжнародного розшуку Чубарова Рифата була видалена з обліків організації «Інтерпол». Напомним, прокуратура АРК заявила ранее, что действия оккупационных органов в отношении Чубарова будут, соответственно, оценены. Начато уголовное производство по части 1 статьи 346 Уголовного кодекса Украины. Угроза свободе народного депутата, связанная с его государственной или общественной деятельностью.